Там девушка писала еще, что она находится на 8-м месяце беременности и что у нее трудная беременность. Ну и я ей поделилась, то есть, горем, что мы потеряли с мужем ребенка. Что у меня случился выкидыш, и мы с мужем, в общем, хотели ребенка, и все. И я лежу, то есть меня готовят к операции. И, в общем, начались оскорбления в мою сторону. Я отошла от наркоза, спустя 30 минут после операции отходить начала от наркоза, и мне приходит оповещение, что я готова продать труп ребенка за еду. В общем, и они начали рассылать от моего имени, причем моим друзьям, что это... То есть у нас, моему мужу друзья работают в полиции, им это тоже пришло.